Впервые на сибирской земле ульяновцы смогли помолиться перед Феодоровской иконой Божьей Матери. Одна из древнейших, известных и почитаемых на Руси святынь несколько дней пребывала в кафедральном Спасо-Вознесенском соборе Ульяновска. Ежедневно перед образом совершали молебен. Последние 30 лет чудотворная икона путешествовала не только по России, но и по зарубежью. Прежде всего, мы понимаем, что не всякий православный христианин или христианка имеет возможность посетить такую великую святыню, да, которая находится на Костромской земле. Поэтому, когда этой святыни посещают разные епархии, храмы, да, нашей страны, то для христиан это, конечно же, огромное благо. Феодоровская икона известна с XII века. Она была келейным образом святого благоверного великого князя Александра Невского. В 1613 году перед этой иконой Михаил Романов принял избрание его земским собором на престол государства российского. С этого времени феодоровский образ Божьей Матери был особо чтимой святыней царственного дома Романова.